Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Туканг и обзор нового товара в нашем магазине. Кресло складное от компании Следопыт Ультракомпакт. Сейчас посмотрим, что это за кресло и что оно из себя представляет. Кресло идет в удобном чехле. В чехле есть многие кармашки, утяжка, боковые кармашки, ремень с регулировкой и плечевым пятаком. Вот. Сейчас посмотрим, как это кресло у нас разбирается. Вот такое вот у нас компактное кресло в сложном состоянии. Кресло в сложном состоянии у нас размеры 50 на 32, ну где-то на 9,5 сантиметров. Сейчас смотрим, как оно разбирается. Раскладываем ножки. Вот и все. Кресло, в принципе, готово к восседания. Каркас кресла у нас выполнен из алюминиевой трубки различных диаметров. Все идет. Угловые соединения пластик прочный. Производитель указывает, что кресло может выдерживать вес до 130 кг. Сбоку у нас кармашек для всех мелочей с одной стороны. С этой стороны даже кармашек есть для молнии. В принципе, в кресле больше ничего такого интересного нет. Основная его функция – сидение. Вот. Вес у меня 100 кг, наверное, уже. Он достаточно прочно стоит. Ну, сидеть удобно, можно порыбачить. Взять с собой на пикник. Складывается кресло также предельно просто. Собираем вместе. Складываем вот эти части, спинку. И опускаем до упора вниз. Все. Кресло собрано. Еще раз разбираем. И еще раз собираем. Тын. 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 Все. Легко, просто, компактно, максимально. Занимает минимум места в вашем багаже. Здесь можно липучкой потом зафиксировать, оно больше не разберется. В разобранном состоянии кресло у нас высота 86 по спинке, ширина 56 и глубина 50 сантиметров. Интернет-магазин Туканг. Меня зовут Арсений. Подписывайтесь на наш канал. Рекомендуем.